В Тиберде состоялось открытие 21-й региональной экологической экспедиции школьников России. 250 участников из десятков регионов России в течение 2 недель будут знакомиться, обмениваться опытом и изучать комплекс авторских методик обучения. Подробнее расскажет Мурат Джанкёзов. Межрегиональная школа «Учитель года» – это образовательный проект победителей и лауреатов всероссийских конкурсов «Учитель года» разных лет. Их работу координируют Министерство образования и науки России, «Учительская газета» и Фонд поддержки российского учительства. Основная идея проекта – создание выездного или палаточного учебного заведения краткосрочного действия, в котором обучаются школьники из разных регионов страны, а преподают «Учителя года» из тех же регионов. Учителя, которые прошли через конкурс «Учитель года» 22 года назад, решили, что мы не хотим расставаться, и была мечта такая создать школу, в которой были бы такие условия, когда каждый учитель, ну, скажем, звезда. И дети, которые летом не очень хотят отдыхать, а хотят дальше получать знания, они с учителями вместе приезжают вот в такие вот экспедиции. Благодаря экспедиции, благодаря Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, вот у нас открылась такая возможность, мы за это очень благодарны. И надеюсь, что это будет очень плодотворная работа. За 2 недели ребята проведут большое количество исследовательских проектных работ. Мы будем изучать местность, территорию, мерить радиационные фоны, гидрохимический мониторинг проводить, изучать растительный, животный мир, климат, территории, на которой работаем, и много-много-много других. У нас больше 30 научно-исследовательских программ. Ребята приобретут уникальный опыт полевых исследований. 2 раза в год, зимой и летом, собираются команды, и каждая – это учитель года и группа школьников. Проводят экспедиции в разные уголки необъятной страны. В этом году для них свои двери широко распахнула Карачаево-Черкесия. Мы рады приветствовать вас в гостеприимной многонациональной Карачаево-Черкесской Республике. Очень символично, что в год педагога и наставника, в столетие образования Карачаево-Черкесской Республики, у нас проходит 21-я межрегиональная экологическая экспедиция. Для вас будут открыты все двери. Мы постарались создать для вас все условия, ну и, конечно, с лучшими эмоциями и впечатлениями вы вернетесь домой, и у вас появится новое желание приехать в нашу республику. 250 участников в течение 2 недель реализуют краткосрочные интенсивные образовательные программы в педагогических мастерских по авторским методикам. Происходит обмен опытом лауреатов конкурса «Учитель года» и педагогической общественности принимающего региона. Во время экспедиции каждый из ребят приобретает уникальный практический опыт исследовательской работы в полевых условиях по самым разным направлениям. У нас сегодня была профориентация. Мы составляли проект по нашей, по тому, кем мы хотим стать в жизни. У нас была адаптация мигрантов. Мы рассказывали, где мы находимся, традиции Карачаево-Черкесии, какие здесь есть кухня традиционная, праздники какие проводятся. Например, мы узнали, что 25 марта здесь проводится Новый год. Вот, и мы составляли по этому проект. Для участников экспедиции отдел культуры Карачаевского городского округа подготовил и культурную программу с участием артистов и ростовых кукол. А закончится межрегиональная школа подведением итогов на научно-практической конференции. Мурат Джанкёзов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда.